Вкуснёшь. Смотрите, что тут творится. Картина маслом. Я повторно всех обогнал. Он до последнего доехал. Ну, вы как хотите, а я спать. Нет, нет, моя я целую. Ой, а ты чё? Смотри, какие гонки мои любимые. Да что ты говоришь? Мне нравится, вам нравится чёлка Мари? Это... Давай, да, смотри, я вообще хотел, типа, я все это делал. Да куда? Иди пока погуляй. Куда? Ну, вон назад куда-нибудь. Если хочешь, хоть ты чё хочешь. Я вообще хотел тебе, типа, я, ты чё? Я же вон, смотри, видишь, что я сделал? Я же вон, смотри, сейчас буду. Нет, не птичка, нет, нет, я считаю, то, что это несправедливо, нет. Ой, что он говорит, нет, нет, а Фаби пускай, нет, оу, вау. Нет, нет, Викушка, нет, 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 сильно спать хочу, завтра опять рано вставать. Мне, кстати, там кто-то в инстаграме писал, говорит, ну ты что, не можешь свои синяки замазывать? А я не пользуюсь тоналкой сейчас. И вообще в целом, ну синяки, ну да, не сплю ночью, не высыпаюсь. Мать маленького ребенка, имею право. Не было синяков. Мы всем спокойной ночи. Пошла Маринки. Ага, еще чуть-чуть. Я чуть-чуть, совсем все, сейчас мы точно съедим это. Давай. И все, и последний раз. И все, и кушаем. This is Yertle the Turtle, written by Dr. Seuss, and I'm gonna wrap this book. On the faraway island of Salamisan, Yertle the Turtle was king of the pond. A nice little pond, it was clean, it was neat. The water was warm, there was plenty to eat. The turtles had everything turtles might need, and they were all happy, quite happy indeed. They were until Yertle...